Бублевич. Такой редкий по нынешним временам однолюб, потому что один из предыдущих. Из рук в руки вложил ему мяч Зубков, ну и смог пробиться все-таки он сквозь защиту Уэйра. Так, у Тримбла был в защите и вроде как центровой сразу после выноса, причем так мяч-то получал Дублевич, вроде не угрожал атакой. Очень активно сыграл, все грани своего баскетбольного таланта обнажил, но и видно было, как тяжеловато дышит. Вопросы. Ну да ладно. Продолжается атака ЦСКА, 5 секунд на бросок. Тримбл! Заходит, и сейчас Тримбл показывает, что это он тоже умеет. Ну что, Джикири отбился в защите и снова провалился вниз. Тримбл, Эмбай. Сыграли двоечку. Эмбай со средней дистанции. Эмбай. Октября. Наши горячие и наилучшие. Мело. О, как крутится, вертится. ЦСКА. 53-45. Тримбл на площадке появляется. И сразу давно говорит. Падение армейцев. Уэр. Жан-Шарль пытался провалиться в трехсекундную зону. Остапкович из угла. Наверное, все-таки лучше делать передачу-то со скоком Маппол. Ай, Уэр в трех секунд. Наказали, а до этого Тримбл подцепил пас Эртеля и Уэр зафиксировал. Ой, результативных передач. Здорово, Джикири. Врывался Эмбай, но не было возможности Джикири сделать передачу. Тримбл! Потрачен, достаточно быстро перешли центральную линию и буквально после пары ударов в пол Эртель мяч забросил.